Спонсор видео – магазин компьютерных игр zakazaka.com. Гарантии, лучшие цены, все новинки, ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы – все это на zakazaka.com. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки будут в описании под роликом. Всем привет, друзья! С вами Евгений Пиамот, Олег Брейн и GTA Online. Всем привет, да. Друзья! О, Крипер, я же тебе говорил, он выходил, чтобы подтвердить состояние в банде. А, прекрасно, прекрасно. Вот Крипер входит. Мы собрали состав. А у нас с вами задание. Да? Угу. Да. Да. А, задание, называемое исходные данные, как видите, у нас все члены нашей банды. И мы начинаем. Нету наркоты. Не наркоты нет, понимаешь? Да, не только наркота, к сожалению, не хотел с нами участвовать. Наркота. Наркота такой человек, который захочет, придет, там подсластит пилю, не захочет, и придет. У меня музыка сейчас заиграла классная. Нет, у меня нет музыки. Наверное, у тебя, О, да. Доберись до хранилища. Так, одна. И будем проходить, так сказать, в коопе. Четвером, да. Четвером, уже круто. Не то, как раньше, мы вдвоем, братишки, тем более. А мне нравилось. Не маленький уровень. Нет, ну мне тоже нравилось, но когда сложные задания, у нас прям начинало там, реально бьет сложность, и все говорят, что вы криворукие. Но на самом деле никто не понимает, что вдвоем куда сложнее, нежели четвером. Давай, подожди, а где четвертый? Вон он сейчас. Сейчас мы возьмем. Возьмем его. Возьми его полностью, да. Жень, давай. Давай, сладкий, я возьму тебя. Сегодня ты будешь моим. Моей обезьянкой. Ну давай, садись. А он вышел, смотри, кто-то вышел. Криперс вышел. А, либо вышел, либо выкидывает, ребят. Очень часто стало выкидывать. Да, кстати, могло и выкинуть. Смотри, что он делал. Влад вышел. Тоже, да. Да, видишь, он заделся и его выкинуло. То есть, к сожалению, выкидывают. Но они могут переподключиться, насколько я знаю. Во время задания разве можно? По-моему, переподключались. Помнишь, когда мы с тобой были во время защиты, там, помнишь, защищаем территорию, убиваем врагов. Да. И выживание назывался режим. Ну там после волны, когда волна заканчивалась, вроде можно было. Да. Там можно было подключиться. Здесь не знаю. И здесь, смотри, не так же далеко нужно ехать на задание. Интересно, что там. Нет, тут вообще. Так, это форум. Это стандартный форум, я еще по сампу его помню. Сейчас тут катаемся. Так, хорошо. Автопарквей. Поскольку как бы вниз, там наверное, просто тачку забрать, что ли, нужно. Хранилище что-то. Где-то на берегу находится, да? Получается. Наверное. Окей. Интересно, что это? А, ну вот оно. У нас в бане чувак, он 90-го левела. У него задание явно поинтереснее, чем наше. Так, ну я надеюсь, он нас поприглашает. Так, доберись, уничтожь триад. Триад, твою мать, ладно. У нас, мы как обычно поставили самый сложный уровень. Ты помнишь миссию с самолетом, когда мы со снайперской, где они с одного выстрела? Она мне до сих пор в кошмарах снится, понимаешь? Слушай, может здесь обойти как-то? Давай, мы с тобой, если ты не заметил, мы с тобой строим вдвоем в этой миссии. Подожди, а был же еще третий чувак с нами. Он просто сидел в машине. Ой, пипец. Они все их повыкидывало. Так, я не вижу кого, ты видишь? Я с этой стороны. Вот, вон он стоит, смотри. Вон стоит. По-китайски орут. Да, вижу. What are you doing here? Fuck you, motherfucker. Так, давай. Так. Там никого. Боже, это опять завод этот, что ли? Нет, помнишь, какой-то завод уже был? Нет, это другой завод. Тот завод был тоже побольный. Вау. Стоп. Готовы? Сейчас там где-то заныкаться. Сейчас, да, здесь согласен. Стану. Хорошая идея, кстати. Так, вот сейчас... Чё он орёт, мудак? Наверное, больно, может, ему яйки отстрелил, тебя будет петь фальцетом. Так, тихо. Так. Сладкий снов, мой родной. А жизни-то забирает много этих, хочу сказать? Да, ну что, высокий уровень сложности. Тут, блин, с нами давно уже никто не играется. Сейчас тут валочку бить. Шутки закончились. Так, смотри, понятно. Давай вон к деревянным брускам, вот тут хорошо. Так, я тоже к ним хотел, только аккуратно, они могут быстро подстрелить. Могут. Мы сейчас всю броню сняли. Может, пару гренок решит проблема? Я думаю, больше гренок решит проблему, на самом деле. Ты умеешь решать эти проблемы. Получите гренок. Видишь, как хорошо. Так, наркота наблюдает, смотри, чего. Наблюдает, да? Отлично. А, господи, чуть не убили. Жень, тут надо оптика. Как ты смотришь на это? Кстати, мне кажется, они и без оптики по нам будут попадать. То есть мы с оптикой поливать. Кстати, почти всех убили. Он китаец. Вижу. Китаец! Вот тебе попу палец. Замечательно. Там еще какие-то китайцы, ну-ка. Сейчас я смотрю вот так вот. Блин, нет. Знаешь, если в Last of Us там хоть есть автонаводка более-менее, здесь придется самым лично так целиться. Это пипец. Так, ну здесь, наверное, знаешь, на каких-то наводится, на каких-то нет. Да, это да. В чем прикол? Но оптика не наводится в принципе, понимаешь?
Оптика, да, оптика. Знаешь, конечно, что мне нравится? Тут укрытий много. Это хорошо. И осталось так, вот, двое, по-моему, да? По ногам можно сейчас быть. Давай я ему стрелять. Туда сейчас маленький сюрприз сделаю. Вот так, родной мой. Смотри. Нет. Нет, нет. Перекид? Он им... Нет, наоборот, не докид. Вот. Готов. Один остался. Нет, сладкий. Готов. Я надеюсь, это все. Все. Так, фух, нет, не все. Так. Еще бегут. Еще так, бегут? Давай, надо спереди и сзади. По двое. Нужно где-то заныкаться. Аккуратненько. Вижу. Самое машина, главное. Это машины, Жень. Нет. Это, по-моему, у меня, автомобиль. У меня братишечки спускаются сверху. Ой, бля. Ладно, нет. Я пойду тогда тех возьму. Я двоих завалил, теперь к тебе иду. Ой, у тебя их больше. Да, тебя там веселее, я смотрю. Да, у меня тут хард-пати. Сейчас надо закидать. Парти-хард. Вот, Жаль, не попадаю, а? Я же вроде так, цель. Ну-ка. О, ранил одного, слава богу. Да, вот так. Кинул. Да, убило. Последнего заберешь, у меня просто жизни не очень. Так, сейчас, сейчас. У меня тоже там маловато. Сейчас я сбоку зайду. Где он, падла? Он лежит. Он просто лежал, ты его понял. Ищи черный грузовик, да. Давай. Быстрее, они не идиоты. Черный грузовик? Вы что, там полоумели, что ли? Я его нашел, кстати. Где он? Прям передо мной. Тут нет никаких черных грузовиков. А вот, там, вот, там, вон он, вон он, стоит. Вон. Скажи, только не садись с него, у меня сейчас опять моя стандартная проблема случилась. Что такое? Сейчас, у меня пропало видео, все, я зашел. Так. Главное, что мы всех перебили, так, сейчас. Я за рулем. Я все, иду, иду. Так, это же он, да? Да, забрал бег грузовик. Быренько. Ох, погнали. Слушай, а эту шляпу может отогнать как-то, не? Я проеду здесь? Так, давай так, подожди, не надо, врезайся. Мне кажется, ничем хорошим это не влезет. Да, если я врежусь с него, конечно, он бомбанет. О, едут, по-моему, Женек уже едут. Да, вылезаем. Отгони его, чтобы его не взорвали, и будем встречать. Поздно. Они, благо, не бесконечные. Больно. Побольно. Так, отгоняем. Сколько их там, много? Двое, по-моему. Раз. Два, готовы. Все, отлично. Да. Так, ну, они будут маленькими партиями, я думаю, поспевать все больше и больше. Так, давай, я сажусь черный. Черный грузовик. По черным улицам черного района. Да. Немного расизма в GTA Online. Так, ладно, поехали. Все. Так, далеко там? 2 километра. Я думаю, да, они тут будут постепенно на нас наезжать, добра наживать. Я сейчас возьму тогда C4 и буду готов кидать их метко. Хорошо. Ой, постараюсь, конечно, но все зависит от этого. Так. Ну, в принципе... Ко мне добавляется в друзья карпанец какой-то. У меня тешит мысль, что за нами наблюдает наша наркота. Так что мы под наблюдением, и, в принципе, мы уже сможем обратить задание только благодаря это его святому духу, который следит за нами. Воу-воу-воу-воу-воу, ребят. Братишка. А что в грузовике? Ты читал брифинг? Какая-то там информация, мы должны будем доставить. Флешка, блядь, сейчас скажи, да? Да, может быть, ну хрен его знает. Так, я кинул C4. Давай. Нет, скоты. Готовы? Ой, хорош. Красавчик. Ой, хорош, хорош. Ой, хоронь его. Хоронь. Что за мания вылезать... Эта женщина выбежала. Видел, да, побежала, выбежала, я тоже. Руками, да, я тоже проехал и выбежала какая-то мандень. Зачем, блядь? Я хрен ее знает, ты уже уехала, она там... Помогите, это же Брейн, это же Биомод. Потрогайте мои соски, ну потрогайте. Она же за нами видела, что бежала, но никто не будет. А может быть, мы что-то украли, не знаю, там черное счастье обычной девушки, там, не знаю. Я не знаю, может, я большой лифчик. Черное счастье обычной девушки? Что? Только сейчас услышал, да? Сейчас, наверное, дошло, я сначала не подумал об этом. Черное счастье обычной девушки. Воу-воу-воу-воу, полегче. Вижу. Что за лесенка, твою мать? Ладно. Ну вот здесь, тут просто справа. Нет, не здесь, назад сдавай. И вот направо. А у меня было показано, да, вижу. Даже за нами, братишки. Да, вижу. Так, ну-ка. Я зашкирим. Он неповоротливый кусок дерьма, понимаешь?
Не против. Ну, нам скорее бы уже дали поворотливый кусок грима, я на нем покатался. О, помнишь, мы сюда приносили? Завозили вертолет, тоже, да, грузовик. Вертолет, нет, или грузовик? Да, на 70-м уровне там когда с Бартишкой играли, там нам нужно было что-то взломать. Так, замечательно. Что-то еще. Да, Олег Брейн доставил грузовик. Ну, самые, красавцы, самые классные были задания у Симона, я помню. Симон машину доставить. Да, все, машинами посоленками. Ух, слушай, по 16 штук дали, опыт почти 36-й качал. Почти 35-й уровень у меня. Замечательно. Я уже забыл, что такое выполнять задание, на самом деле. Криперс и кого? Криперс и, смотри, вот они и наблюдают. А, он вышел, он вышел. А вот этот... Так, продолжи, да? Продолжи, все. Что у нас... 50 рупий дали за оценку дела. Фига. Так, смотри, что есть такого интересного? Здесь, пустыня. Ничего интересного. Может, какой-то нет, гоночку, наверное, не хочется. Давай обновим. Давай обновим. Теперь пишется, кто, за что голосует. Эти задания мы все с тобой... Смотри, достать тачку. GTA вот название. Давай попробуем. На постиндустриальный тут 2-2-8. Захват. Тут нужно будет захватывать тачку. И втроем тут будет не так весело. Да, ну хорошо, давай тогда свободный режим. Да, давай. И это... Что, прыжки наши... Задание? О, блин, классная была тема. Прыжки наши все. Гонка с трамплинами. Надо было все-таки попробовать. Ну, у нас еще будет время попробовать. Просто понимаешь, вот мы заходим, да, свободный режим. Это ждать. Это пару минут, но оно утомляет. Не всегда утомляло. Рано может, или поздно все равно. Может быть, на ПК оно быстрее будет все происходить. Там загрузка порезче будет. Надеюсь. Ну, ПК, оно же как-то более быстро обрабатывает процессы. Это он справляется со своей задачей. Продать игру на PS3, Xbox 360, потом продать игру на ПК, на Xbox One и на PS4. Осталось только выпустить там на Tamagotchi, там выпустить там на PS Vita, еще на Wii U. Я на Wii U посмотрел, вот да, мама играет в Марио, а сын рубает там, отрубает голову шлюху. Это было бы весело, конечно. Да, было бы неплохо. Чудненько. Так, берем задание. У ребят, они смекнули, что мы делаем миссии, и теперь будут предлагать интересные задания, я думаю. Но я хочу верить. Разборка и крыши, конечно, это не самое интересное, но самое прибыльное, по крайней мере, оно было. Оно было. Помнишь, когда мы качали левел? Ох, я помню, прикинь, мы, по-моему, один или два раза выполнили задание на двойном XP, и все, у нас новые уровни, новые тёлки, новые тачки. Жаль, что печенки не новые там. Наркота зашел, ижек, все, вот это нормально. Тут норм. Смотри, разница уровней. 34, 35, 90, 144. Я себя чувствую очень маленький. Ты самый молодой здесь, понимаешь? Для комплекс неполноценный. А может, это возраст, слушай. 34 года, 90 лет. 144 вообще долгожитель. Ну, все думают, что мы с тобой... Есть такая мыслишка, что мы с тобой братья, так что ты, получается, твой младший братик. Братья? Братик. Так получается, что из дяди Жени мы все братья, тут чуть ли не сестры. Из Бермуда. То есть мы три брата, получается. Мы все брата. Братья-акробатия. Да-да. Так, значит, рейтинг 93 от Мартина. Минимальный уровень 75. Видишь, 75-й, Жень. Представляешь, как там еще? Мы уже 110 серий сняли практически. Да, и мы играем год. Слабаки. 35-го уровня до сих пор. О, всегда тема хорошая. Красавица какая. По-моему, это лагучий, который в него садишься, и ты начинаешь... А он закрыт. Да, я могу сесть. Писа Влад, пусти нас. Ты же как бы нашей банде. О, вот это другое дело. Так, вот все. Да, все, могу, погнали. Полтора километра до него пилить. Самое легкое задание, которое только можно вообще придумать. Полтора километра. Отправляйтесь на автостоянку. Да. Но обычно начинаешь рядом с автостоянкой, заходишь, убиваешь. Да, смотри, да. Они, кстати, одинаковые осеты, по-моему. Они, смотри, братья. А на либераторе, кстати, нельзя? Ты не пробовал добраться? Что? Выбрать либератор и пробовать на миссиях его. Ох, нифига. Ух, нифига на месте. А ты помнишь, как мы радовались камню, который двигается? Ни один камень не двигается. Мы нашли камень, который двигался. Но это же эпично. Никто, наверное, не находил камень. А мы нашли камень, который двигается. По всей GTA-шке. Это камень известный, прикатился. Это камень, который двигается. Так, ну пошел отсюда. Понятно. Они, по-моему, учились по видео, по нашим видео водить. И оно очень похоже. Да. Так, ну что он остановился-то? Сичь. Ну? Понятно. Он решил отомстить. Он слишком мстительный, прям как я. Но это не супер крутой. Вот эта вот шестиколесная была интереснее, да? Да. Так, она была необычная, самое главное.
Я первый раз увидел шестиколесную машину. Со времен велосипеда я таких не видел. Так. Вот это не взорви нас всех. А, ну, наверное, Жень, ты можешь ее, в принципе, купить, если у тебя сотый левел. А, ну я как раз вот планировал. Вот завтра. Зачем он взрывается? А, ну 70-й. Потом послезавтра сотый. Ну, скучно ему. И потом как раз таки. Так, все, останавливайся, братан. Нихера. Ну круто, круто. Что он творит? Бейте профессионал, так я воткнулся. По мне по башке проехались. Так, профессионал уже сагрились. Убить профессионал. Вот, смотри, да, если там я... Там еще машины. О, это было слишком профессионально. Это не я сделал, кстати. Это так что не ко мне претензии. Пистовлад сам себя убил. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Их еще убили. Ну, блин, ну что ж они такие неаккуратные? Слушай, реально убили. Да. Давай к машине, к машине, к машине. Подожди, бежать. Так, стоп. Есть в укрытии. Ох, нихера. Слушай, а ну кинь туда пару греночек, слышишь? Там только данные, смотри, не забыли, меня еще не убили. У меня жизни осталось всего ничего. Чего вы взрываете? Скажи. Зачем? Я как-то помнишь, я как-то взорвал, неправильно сделал. Это вы как-то тут кидается там. Не надо. Сейчас взорвут данные и все. Я знаю, я не знаю, зачем мне бросают это. Какая жопа. Ну все, всех убили зато. Нет, еще двое. Еще двое осталось. Один вон там торчит. У меня двое. Нет, все готов у меня. Так, где у тебя второй? Где данные? А, вон там последний лежал. Еще едут. Эту миссию усложнили, они, смотри, еще наезжают. Убейте профессионалов. Давай, убьем. Где? Профессионалы. Аналы. Еду, да? Они попадут в аналы истории. Ой. Я завис что-то. У меня тоже зависло. Так, бегут. Бегут, замечательно. У нас зависла консоль. У нас у всех зависла консоль, когда мы проходили прошлое задание. Поэтому начинаем новое. Да? Это удивительно просто. Это редкость большая. Да. И неприятно. На удивление. У нас второй раз зависла одновременно у обоих. Поставь, пожалуйста, маркер пока что. Давай. Зависла у обоих консоли. И пришлось перезаходить. В общем, задание. А он движется, Жень? Он движется по дороге. Ну ты поставь для примерного. Я знал, там сколько километров. Он ездит по объездной по городу. Ох, это пипец будет, я чувствую. Так, надо готовить автомат. Это нужно быть. Самое главное его не взорвать. Да. Вот это самое главное. Угу, согласен. Бронебойный пистолет подойдет. Наверное. Нет, там и УЗИшка сойдет. Самое главное, я его обгоню. Мне самое главное его визуально найти. Обгоню его, вы его застрелите. Водилу. И тогда мы сядем, поедем. Ты помнишь, с Ламаром или с кем была миссия, блядь? Мы его обгоним, застрелим, да! Нет, ну, там-то ладно, тут нас четверо, тут мы банда. Пацаны. Пацаны вообще котята, да? Пацаны котята, и тут даже обезьянка есть. Так что, я думаю, они не подведут, и все будет хорошо. Но если не будет хорошо, то все будет очень плохо, что логично, конечно. Логично, слушай, ты прям вот логично. Мастер логика, понимаешь? Я за ним еду, посмотри на карте. Да, ты едешь правильно. Это, по-моему, та объездная дорога сейчас. Да, все нормально. Но он уже уехал от той метки, я поставлю. Да, я вижу, он еще далеко где-то. Поставь это новую. Далеко. Пасутся котята. Так, сейчас посмотрю, куда он поедет. Если направо, то будет хорошо. Там мы его догоним. Да. Давай. Да, он ушел. Направо? Угу. Хорошо. Потому что я не думаю, что метка пропала. Все, появился. Тихо. Да, нормально. Догоняем. Тихонечко, полегонечко. Кстати, на этот мост, по-моему, можно заехать по боковушечке. Я, правда, сейчас не буду ехать. Нет, на этот можно. Я помню, какой-то мост здесь можно было заехать по боковушечке, можно было на самый верх забраться. Серьезно? Да. Фига. Я еще хотел с тобой попробовать это, но, блин, потом я как-то забыл в итоге, какой мост. Пацан, я дорогу перегородился, всем охренел. Печалька. Наглая. Ну, еще какая печалька. Что нам советовали? Нам что-то такое эпичное советовали, я помню. По-моему, каргобобом поднять что-то на чем-то. То есть такой сырбор получался, помнишь? Что-то на чем, да. Каргобобом поднимите самолет. Самолет, поднять самолет еще один, да. Да. Чего на самом деле только не советовали нам. Знаешь, самое смешное, что советовали? Евгений Биомонт, залезь в биотуалет, Олег, поднимет тебя каргобобом, и вы вместе полетите. Кстати, это правда. Но это реально так... Вот, точно. Давай поднимем туалет. А разве я могу в туалет залезть? Я думаю, что да.
Да? Тут реально можно кабинку бы ее туалета поднять. Да ладно. Серьезно, это правда? Я думал, ты Степ. Нет, ее можно. Я тоже вспоминал, что мне говорили, что писали в группе и в комментариях. Можно поднять. Я сейчас только сейчас вспомнил, что мне там говорили. Не забудь. Мы сделаем задание, а потом попробуем. Не забудь. Вот это вот угар. Да, я вот. Деньги, чтоб меня не носили, чтобы в белый туалет меня не переносили. А знаешь, что еще писали? И это я тоже видел. Значит, где-то возле Тревора, где плантации, вот эти, где трактора ездят. Ну, это не возле Тревора, конечно. Это, по-моему, где-то здесь, да, если недалеко. Там есть такой резервуар, то есть в него заезжаешь, и можно по кругу гонять. То есть ты по стенке будешь кругом так наваривать. Mm-hmm. Такая, как... как мы с тобой в метро туда гоняли. Да, да, да. Вот как метро было в начальной серии, так и можно здесь. Так. Надо тоже найти, будет попробовать. Я хрен его знает, надеюсь, он тут рядышком, этот танкер-то. Блин, на меня направо поворачивает, куда я поворачиваю? Я скажу. Да, он ушел направо и остановился. Вот, так, все, да, он стоит. Точечку. А стоит он в какой-то заднице. Я хер знает, что это такое. Так, ладно. Ветряки, Жень. Любишь ветряк? Да конечно, я помню сюжет здесь пролетали. Да. Это шняга меня убила, помню. Вон, так, видишь, он стоит, смотри, где-то, в жопе какой-то. Вижу, в попочке. Сейчас мы его заберем. Даже не придется там мутить. Хотя, прикинь, он сейчас приехал на какую-то военную станцию и остановился. А там лалочек много, да? Так, он там есть. Здесь уже охранник. Загандошим его? Да, конечно. Ох, ребята, смотри, дали жару, а. Все, вылезаем. Пошли. Блять. Вылез, Брэй, называется. Все, умер. Да нет, живой. Так, хорошо. Нихера у него там броня. Так, на его. Слушай, я даже не убил его. Так, я убил. Хорош. На себе. Вот это я понимаю налет. Это на да. Так, все, погнали. О, так, господи, тихо, главное господи, его не взорвать. Так, меня сейчас убили. Убили? Меня убили. Бля. Я буду сейчас наблюдать. И наркоту еще... убили, смотри, на удивление. И наркоту убили, но сейчас появится. Во-во-во-во-во, прячься, дура, прячься, быстрее, блядь, убью же. Вот с my name bitch кто-то кричит. My name is bitch. My name is Britney, bitch. Ну, он же не Джесси, че он нарет так? Bitch. Не знаю, может, он сомнил себя, Джесси, я почему с тобой... А, могу с тобой стоять. Тихо. Okay, а что, я один, что ли? Блядь, нет, с тобой, вот теперь... Я на корточке. Я на картаны упал, блядь. Колено. А, вижу, ты молишься. Какой бред, блядь. Даже вчетвером. О, наркота живой? Да. Мадафака! За ним вертолет. Нет, зря он садится, танкер. Давай посмотрим, поржем. Хотя, я думаю, у него есть яйца, конечно. Но я не думаю, что он угонит его. Давай, наркота, жги! Да, отжигай, братан. Индус украл, смотри. Дожёг. Копы приехали. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Нормально, наркоту даёшь. Восточная любовь. На-на-на-на-на. Нет, ему от копов надо уйти, это невозможно. Я понимаю, но... У него 3 звезды, на этом танкере он копов никак не уйдёт. Ну зато поугараем сейчас, посмотрим, что будет делать. Как индусы справляются? Мне тоже интересно, как он справится с этим. Может, он танцевать будет? Мне пишет какой-то Максим GTA 5, добавь, пожалуйста. Нет, спасибо, дорогой. Потом как-нибудь, да? Да. Что он творит? Сейчас отцепится же хрень это. И в этой жизни. Нет, смотри, не отцепляется. Прикинь, сейчас где-нибудь в кустах зашкерится по нашему принципу. Да, сейчас он слева в дереве встанет и уйдет от копа. Не, он пытается отстреливаться как-то, но зря он это делал, потому что сейчас больше звезд. Не, наркота, это не вариант. Я не знаю, что должно произойти. Что должно такого произойти? Вот, смотри, копов нет. Сейчас он их завалит. Смотри, но он не сдается, смотри. Копы стреляют в эту хрень. Все, отцепился. Отцепил, да. Можешь, я не знаю, можешь умирать, братан. Умирай. Давай, братан, умирай. Давай, ну куда ж ты сейчас массово ты делаешь? Зафейлили, да. Ладно, сейчас нужно быть просто аккуратнее быть, и все. И пустить меня за руль. Он пытается, надо его пытаться. Аккуратнее? А как тебя завалили? Понимаешь? Расскажи мне, как тебя вальнули? Меня? Угу. Я пытался сесть в укрытие, начал прыгать и умер. Он, смотри, забрал. Да, забрал, но от копов-то он не уйдет. Он не так... Ну, не что, так не так умен, хочешь сказать? А вдруг уйдет? Мы же не знаем. Он не так крут. А, у него 140-й левел, по-моему, да? 44-й. Смотри, копов-то нет, вертолеты ушли. А он сейчас уйдет. Я тебе о чем говорю. Ты недооцениваешь наших товарищей.
Что, совсем какой-то офигевший. Сейчас смотри, он чё. В кустах зашкирится. Наркота, в кустах шкирится, наркота. Да, сейчас он... Вон, в кусты справа, наркота, вставай. Кусты. Не, да смотри, мы... вообще копов нет на дороге. Вообще копов реально нет. Вот сзади как летит. Он, как ему фартануло? И сзади исчез. Он как что, этого? Там магия какая-нибудь? Станцевал, небось, что-нибудь? Ты не можешь танцевать рядом, это вообще законно? За мной бы сейчас вертолет, ракеты, на танки приехали бы. Кстати, да. А он едет куда-то, я надеюсь, он хоть правильно едет, такие сейчас мы 10 километров пилить. А тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, дальнобойщики, блядь, да? 10 километров. Иди в кустах зашкирься, наркота, что ты паришься? Наркот, можно его наркотом называть. Мистер Котик. О, смотри, куда он. Все, нет, Женя, нет копов. Да, я вижу, нет копов. Я же тебе говорил, что не стоит недооценивать наших друзей. И ехать ему хрен его знает сколько, ему до хрена ехать. Ничего, посмотрим, поговорим. Так, ну давай. Ох, ему ехать, знаешь, куда ему ехать? В принципе, в самое начало. Я посмотрел, Ну что, посмотрим, поговорим. Так, фильтр хоть какой-нибудь. Есть какой-нибудь фильтр, да? Управление радио, режим камеры. Я хочу управление радио. Значит, фильтр, нас всех завалили, а наркота сейчас пройдет, да? Вообще, ну смотри, я не знаю, если он, конечно, он не взорвется, как я, на финале. Так, интерфейс. А здесь вообще нет новостей этих моих любимых. А как-то можно было делать фильтром, по-моему. Да, я вот ищу этот фильтр новости, но нету. Убрали, что ли? Это было интересно. Как можно было уйти от трех звезд? Вот в такой местности. Я не знаю. Просто он еще потерял его, он еще нашел его. У него реально есть яйца. Ой, я нашел, кстати, новости. У него реально есть яйца. Подозреваемый известен в криминальных кругах под кличкой Наркота. Есть информация, что подозреваемый связан с бандитской группировкой The Brandy. А если он следит за тобой, и в данный момент может быть прямо за твоим окном. Стая башка и классные сиськи. Пробуй черлидеров Panic Girl. Подозреваемый известен под кличкой Наркота 385. Ох, опасный парень. Группировка Брендит. Ну все, в принципе, тут пошло одно и то же. Слушай, тут фильтры новые добавили. Есть какой-то фильтр, знаешь, все плывет перед глазами, как будто ты пьяный. Да. Я вот смотрел, еле нашел вообще тут эти новости. Есть какие-то фиолетовые полоски, или это меня упарывает. Какие-то зеленые полоски, что это? Или меня реально упарывает? Да есть зеленые полоски? Задание билет в Элизиум. Хорошо. Зеленые полоски? Да. А, так новости, они идут самыми последними. Ты просто влево разочек делаешь и все. Ну вот, я их не нашел. Какой-то, блин, а вот есть такой желтый фильтр, как будто реальной жизни ты ведешь. Вот сделай от первого лица вид и поставь желтый фильтр. И ты как будто в реальной жизни ведешь, вот серьезно. Очень похоже. Не видишь, что это игра. Вот реально как, да. жизнь. Он, по-моему, второй или третий, да? Да. Раз, вот два. Фильтр. Охренеть. Второй, да. Да? И да. От первого лица сделай. Делал. Вот. Как в жизни, да? Ну, нам надо посмотреть на нашу игру. Во. Едет, смотри, нормально себе гонит. Так, я посмотрю, как далеко ему там, недалеко. Ну, ему еще немножко. Блин. Братишка превзошел все ожидания. Честно, до последнего как бы не верили, да, что можно от трех звезд уйти. Ну, а сейчас еще, наверное, врежется куда-нибудь и взорвется. Как обычно. Судя по тому, как он аккуратно ведет, я сомневаюсь, что врежется. Ну, я тоже вожу аккуратно, но в конце куда-то обязательно въеду. Так, сейчас посмотрим. Не нужно говорить, как я пока полюбуюсь и буду, реально удивляюсь благодаря этому фильтру. Кстати, а солнце так вообще красивое. Красавица. Красавец, да. Ну, все равно солнышко. Едкие немного цвета. Ну, конечно, знаешь, как такое слишком насыщенное. Mm-hmm. То есть настолько красиво, контрастно. Что глаза режут. Контрастненько, да. Да, контрастность высокая. Я забыл, как это слово называется. Я тебе напомнил, вот. Контрастность, да. Как максимум выкрутили. Но если не смотреть на солнце, то неплохо. Смотри, доехал. Еще демон-то! Демон-то доехал! Доехал? Доехал! Доехал, реально? Доехал, да, вот точка! Брейн, прими запрос, мне пишет. Все! Охренеть, он доехал! Да? А ты-то думал? Вот этот герой, игрок, за которого наблюдали что-то. Что-то у меня тоже выскочило и пропало. Я испугался, думал, опять выбросили. Охренеть!
Так, ну что я могу сказать? Мы выполнили два задания за эту серию и прокачал до 36-го левела у меня. У тебя есть 36-й? Я 35-й. Чудесно. Я думаю, на этой ноте можно закончить. Мы заработали по 22 320 баксов. Слушай, а много денег-то? Очень много денег, очень много опыта, и мне дали белку карнавальную вещь для банды. Давай вот здесь закончим и выберем уже в следующий раз, что делаем дальше. Да, друзья, все, ребятуши, пока. Пока-пока.